Это мы в Вырице, на Пильном проспекте. Название такое забавное, Пильный. От слова пилить надо думать. Мы недалеко от храма иконы Казанской Божьей Матери. У нас здесь правее, наверное, в километре. На улице Кирова, которая, кстати говоря, параллельно Пильному проспекту идет. Вот как мне сказали, Григорий, по-моему, с которым я разговорился, он там продает всякую выпечку у Казанского храма, что на Пильном проспекте 9 жил Серафим Вырицкий. Я-то думал, почему-то этот дом сгорел. И вот вижу перед собой такое вот строение, весьма адекватное, или, как говорят, аутентичное. 9 номер. Все верно. Неужели здесь жил Серафим? Это все сохранилось. Попробую поднять шлем, который над забором. Так. Здесь, во дворе этого дома, по всей видимости, и находился камень, на котором молился Серафим каждый день. Жаль, что такой забор из тех профилей непроницаемый. Нельзя подробно рассмотреть ничего. Ну, ладно, попробуем. Все же немного. Зелень не мешает. Ну, разве что вот так. Еще раз посмотрим на дом. Неплохо видно. Надо будет зайти, когда хозяева дома, и попросить их взглянуть на этот камень. Ну, а сегодня, как видно, никого нет.